Здравствуйте! Сегодня мы с вами соберем вот такой вот брошь. По моим мастер-классам это все можно посмотреть, как лепить. Я составила композицию, которая мне более нравится. Приблизительно я уже наметила, как оно у меня будет на заготовочке. Раньше я клеила на суперклей, все руки были в клею, поэтому очень много раз я уже пробовала клеить на пистолет, поэтому и сейчас я показываю, как это делать. Будьте аккуратны, железо тут же становится горячим, таким слоем мы промазали. И прижали. Клеящим пистолетом они, холодный фарфор хорошо клеится, поэтому не переживайте. Вот примеряем розочку, мы вот так сделаем. Вот, то есть всегда примеряйте, прежде чем клеить. Сюда вот наметили, да? И аккуратненько приложили, еще раз посмотрели. Чуть-чуть можно повыше, пока это все дело у нас горячее. Можно также помочь себе инструментом любым. Один, и примеряем второй листик, как он будет смотреться. Вот, вот так вот, чтобы буквально немножечко торчал. Вот у меня направление, поэтому обязательно кладем под него. И на него клей. Присматриваем, какой стороной лучше у нас будет смотреться наша роза. И вот здесь вот самое главное сейчас полностью заполнить вот это вот пространство. И прикладываем. Обязательно нижние лепестки мы прижимаем. И серединку. Вот она у нас подсохнет. И, конечно же, сразу лучше поправлять, пока все там горячее. Я имею в виду нижние лепестки. Вот такая вот брошь получилась. Быстро, легко и просто. И держится замечательно.